Так, вот мы последних пчел привезли. Здесь такая природа, вон красивая. Сегодня туманно немножко, как раз самый раз для перевозок. Это не наши пчелы. Наши траки, фортлифт. Там уже вон наши синенькие. Володин шап, он нам дал место здесь загружать, чтобы мы разгружали и траки загружали. Сейчас залезу на трак. Еще выше забить. Вот это вот наши пчелы. Вон там тоже. Это вот так выглядит 2007. Вот у нас здесь водички сколько. Позавчера дождички прошли неплохие. Дорогу вчера ездили, еще не было ничего, все было нормалек. Сегодня уже вон пошла река, пошла вода в хату. Вот так бывает.